Приветствую всех и хочу оставить свой отзыв про марафон рождения аватара. Но прежде всего поблагодарить Светлану, не только Светлану, но и Алексея, которые создавали атмосферу доверия, уюта. То есть было на самом деле очень полезно, очень интересно. И им можно доверить что-то такое самое сокровенное. Вот еще очень хорошо подобрались участники и все, кто активно участвовал и задавали вопросы в эфире. В общем, все запросы очень отзываются, а информации очень много. То есть в какой-то момент ее стало действительно так много, что даже казалось, что невозможно ее все обработать. Но, в общем, слушать, не переслушать. Еще, в общем, очень много открытий, я думаю, ждет. Потому что воспринять сразу все невозможно. Очень много ответов, очень много инсайтов. Вот. И практически всем, я думаю, подойдет этот марафон. У всех, у кого есть вопросы по здоровью, по своему, по вопросу по здоровью вот своих деток даже.